два. Ты моих подписчиков будешь батон крышить? Ай-яй-яй-яй-яй, прикольный скример. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Крошка, Гусанек, Радекс, Ваня, Васабискромник, Данила, Хелтфан. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Всем здорово! Всем привет! Серега, не бань! Сегодня добавили очень классный мод, который мы уже делали раньше обзор, но его обновили и добавили еще два пака классных NPC. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на Slender Fortress версия 2. Погнали! Ого! Ого! Она быстро, она быстро жестко. Жестко, да, убивает? Да вообще. Оп, стоп. Выключаем, выключаем. Так, давайте что проверим, смогу я в нее вселяться. Стоп, подожди. Стоп. Я случайно. Вы не стреляйте, подождите. Я отключил ее. Давай, давай. О, во, я могу теперь бегать за нее. Опа! Опа! Так, а ну-ка давайте, мочите, проверяем, сколько жизни. Давай. Классные скины. Может, когда-то используем в роликах. Ого, дырки остаются, но ничего не происходит. Многовато жизни, пацаны, многовато. О, смотрите, мне прям запекается. Готово. Ау-воки. Раньше он был 2D-шным, теперь он 3D-шный. И такой вот прям прикольный чили-пиздик. Погнали, смотрим, что он умеет. Майкл Джексон. Ого, он быстро. Ой-ой-ой-ой, я хотел в последний момент прыгнуть, но не могу. Не, ребята, он очень мощный. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим всех NPC и будем выживать. Будет очень круто. И на моем канале теперь можно стать спонсором и получить классный ролик, плюшки и эмоджи. Так что смотрим и не теряемся. Убили, молодцы. Кладия. Воу, что у нее с глазами? Посмотрите, пожалуйста. У нее, пацаны, это косоглазие, это реально косоглазие. Дима, давай, включи чай. Так прикольно бегает. Воу. Спайдермен. Псих. Ой, уйди. Так, давайте смотрим, как она бьет. Нормально. Ого, за ней прикольно играть. Она такая быстрая и бьет с одного удара. Опа. Для роликов использовать. Опа. А, ты думаешь, что уклоняться будешь? А я тебя убью. Конечно, не убьешь меня. Зря ты так говоришь на меня. Я осьминог. Смотри, смотри, главное подловить, подловить. Постоять. Только не по мне стреляйте. Не, Тим, это так не работает. Ладно, ладно, ладно. Ну прикольно, прикольно, чили пиздриха, мне нравится. Она прям какая-то поглотительница пуль. Мне кажется, у них по 10 тысяч жизни где-то, вот так вот. Да. Корруптер Джейсон с мультика «История игрушек». Такая страшная. Псих тоже опять. Так а она так бегает? Она когда бегает, она как будто назад идет. А ну проверь, как бьет. Дима, не все так быстрые. Дима, может это ты читы используешь, но не сильно? Да блин, она как-то странно очень бьет. Ну, тяжело по ней это ей попадать. Хорошо, давайте, у нас их очень много, надо всех успеть посмотреть. Так. Вот такой чили-пиздрик у нас есть. Это Вуди. Да. Вуди. Офигенный, да, чили пиздрик? Он офигенный. Дейт Клау. Офинтед, как и монстр. Кто такой? Офигеть. Ого, чуб обалденный. А он такой быстрый, кстати. Валяйте. Ну, такой. Мне кажется, он более слабее. Вуди сильнее будет. Фрэнк Манера. Смотрите, какая у него пила в руках. Ого, он странный. Так у него лицо такое похожее на кого-то. Мне показалось, что его лицо похоже из GTA 5. Да, Тревор. Догадались. Это только мне одному показалось. Офигенный бензопилист. Обстоятельства. Смотрите, как у него походка прикольная, смотрите. Как такой?
Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, Холдфан, ты чё, не пользуешься оружием? Обстоятельства. Коро Мажима. Оу. Офигенно, да, Чилипиздрик? Так, значит, я вселюсь. О, гон крутит вертухи. Офигеть! Видел, как он насажен? Он головой в живот. Офигеть, он бьет! Замочили, замочили, жизни не так много у него. Хэр. Ого, ты в лицо выстрелил с дробовика, это было мощно. Ай. Нифига себе, она убивает. Отпнуло. Блин, такая прям статуя стрёмная. Ставьте ночи повыживать с ней в ночной карте. Это крипово. Это будет очень крипово. Ансанити. Так, Ансанити вот такая у нас есть. Сейчас посмотрим на всех, что у нас в этом паке остались. Рейдж Снайпер. О, это тоже. Да, остался. Шау Рунер какой-то. Их переделали, он уже не такой. Улучшили. The Rake. Ой, Rake вообще не такой. Он вообще какой-то стрёмный. А чё он такой вообще стрёмноватый? Как смотрите, как сделали шерсть на спине. Для Гаррисмода необычно, да, графон такой? Да. Я вообще-то обид на Холфан. Сам ты стрёмный. Так, давайте дальше. Давай. The Rake. А, есть. Villager. А, помню этого Чилипиздрика, да. Вилар. Якудза Кируи. Что это? Якудза Кируи. Вообще же... А, с коленочки. Музыка прикольно играет. Прикольно, да? Смотрите на меня, пацаны. Давай. Ого, он псих. Так, Виладжер. А ну-ка, давай, Виладжер. Хуя! Нифига себе. Рейк. Хуя! Тихо, тихо, Димас. О, бензопилист. Разречался. Ого, я бегаю, смотрите. Где? Как? А чё мне с походкой? Как-то странно, камера так работает. А бег? Хорошо. А ну, да, иди сюда. По башке тебе. Так, я его в каком-то паке уже видел, этого монстра. Похоже, копируют их. На популярный какой-то. Так, мы поняли. Так, мы уже вселялись, похоже. Поехали дальше. Босс. Ариапе какой-то. Они тут все боссы. Астольфо. Больше, еще больше. А, маленькая, да? Я ее оседлал. О, у нас еще что есть тут? Клаудия. Ой, вообще жир. Курукты Джесси. Куруди Води. Ой, вообще стрёмные. Инсанити. Ну что, пацаны, вы убегайте. Я сейчас их включу. Три, два, один. Поехали. Ой, я даже не успел. А чё они так быстро бегают все? Ого, скример. Убегай, Димка. А, можно вот сюда забежать. Мне кажется, они не успеют сюда забежать. Мне кажется, они не догадаются сюда дойти, да? Давайте посмотрим, смогут, не смогут. Ого, они лазят, вы видели? А ты где, Дим? Они сейчас залезут до меня. Надо валить. Димас, давай. Ух ты! О, блин, я так дернулся. Димас, бери Гордона Секрета и бегай. Да не, я хочу так повыживать по скиллу. Я ж не ты, читер вонючий. Бегайте с Гордоном Секретом. Ну, это же ж как, ну не то. Че, пацаны, получается? Я могу вам помочь, хотите?
Ват. На моих подписчиков будешь батон крышить. Ай-яй-яй-яй-яй, прикольный скример. А что будет дальше? А не, просто вот так вот. Так. Всех убили, не? Нет. Эй, отвали, это психичка за мной бегает, я ее боюсь. Где она? Где она? Ай. Вот она лезет. А нет, она не лезет. Она по стене, по стенам лазит очень жестко. Ух ты! Так, NTT, давайте все-таки пушечку эту поставим, мою так, любимую. Стреляйте по ним, отойдите. О. Блин, не вижу. Ой, по своим стреляю. А, блин, Вуди! Ребята, кто хочет записывать с нами, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти с нами и записать. Вот сегодня записываю двое новеньких подписчиков. Но не прям... Пацаны, ну как вам? Битва нормально, была. Нормально. Ну как вам, хлопцы? Интересно, они залезут ко мне сюда или нет? Они не убивают. Не убивают? Не убивай их. Они моментально, да, как-то убивают вообще? Да, а нельзя вообще убежать, тут скример. Залезет, не залезет. Пацаны умирают только так. Давайте поставим в разных местах спауны, чтобы они как-то выжили. Потому что я буду так же самое с ними сливаться. Вот так даже сделаем. Ну что, пацаны, вам немножко помог? Да. Теперь вы умираете немножко медленнее. Так, никто ко мне залезть не может. Ого, там что творится. Они такие быстрые. Давайте спрыгнем. Не, мне кажется, это нереально, да, выжить с ним вообще? Они очень жестко мочат. Да. Очень жестко. Блин, они такие... А их невозможно убить? Можно. Возможно. Возможно? Димас, бери эту пушку и просто шмаляй. Все, хорошо, я так и делаю. Давай, я тебе помогу. Ой, чуть-чуть надо подудалить. Сильно много поставил. А вот так вот. Но они не все умрут, но парочку сдохнет. Не? Не хотят? Не, не хотят умирать. А вот так, не, мы только мы хотим, да, умирать? Хорошо, есть другие у меня бомбы, которые их точно убьют. Проверенные годами. 3, 2, 1. Прощайте. Видите? Умирают. Все умерли, не? Ой. Не. Все, теперь все умерли. Ой, как лагает. Не, я их еще удаляю, вот сколько. Еще штук 20 осталось, но они где-то зависли. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. От психи.